Украина сегодня возобновила поставки электроэнергии в Крым. Об этом сообщили в российском Минэнерго. Правда, электричество поступает всего по одной линии из четырех. Переток составляет чуть более 100 мегаватт. Для сравнения, по первой нитке энергомоста из Краснодарского края полуостров получает в 2 с лишним раза больше. Подачу электричества украинские власти начали только после того, как получили добро от националистов, подорвавших ЛЭП. Причем, как стало известно, среди радикалов возник раскол. Часть требует прекратить подачу электричества в Крым.